Уютный двор, хорошие подъездные пути к нему. Этого желает, пожалуй, каждый житель домов, построенных еще в советское время. Ремонт дороги во дворе – это одно, а пешеходная дорожка к школе, по которой проходят сотни ребят в день – это совсем другое. Здесь в дождливую погоду, особенно весной и летом, огромные лужи, пройти практически невозможно было. И поэтому мы очень рады тому, что проблему эту наконец удалось решить. Нашелся человек, который, участвуя в акции «60 добрых дел родному городу», помог нам ее отремонтировать. И теперь в новом учебном году ученики, а также их родители пойдут по комфортной и удобной пешеходной дорожке. В микрорайоне Комсомольске также ведется и ремонт тротуара к школам и внутридворовых территорий. И, как считают активные жители микрорайона, лучше контролировать ремонт дорог, чем потом решать проблему с некачественным ремонтом. Вместе с руководителем территориального волонтерского центра по своему округу такой контроль в настоящее время и ведется. В городе проводятся ремонтные работы, в частности, по улице Комсомольской ремонтируются дороги, ремонтируются пешеходные дорожки, но, к сожалению, не все дорожки взяты во внимание городом, и совместно с народным контролем приходится помогать городу и жителям нашего города. Жители микрорайона Советский также в этом году дождались ремонта в своих дворах. В частности, в настоящее время ведутся ремонтные работы по бульвару Зеленый во дворах домов 6, 8 и близлежащих по улице Советская. Совместно с председателем территориального общественного самоуправления «Радуга» Белевой Людмилой Николаевной сформировали группу народного контроля. Отремонтирована подъездная дорога, подходы к подъездам, около которых будут установлены урны, скамейки. С инициативной группой народного контроля мы возьмем работы по данным работам под свой контроль. Любой желающий житель города может стать участником команды народного контроля, чтобы вести конструктивный диалог по ремонту дорог с подрядной организацией и контролировать ход работ. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.